Здравствуйте. Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. На что идут иностранцы, чтобы жить и трудиться на территории России, мы расскажем в этом выпуске. По данным МВД Российской Федерации, за январь-июль 2023 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, превышает 230 тысяч. Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства превышает 9 миллионов человек. Чтобы жить и работать на территории Российской Федерации, приезжающие иностранцы готовы на многое, даже на фиктивные браки. Так, трое жителей Ульяновска в 2017 году создали организованную группу для незаконной миграции. Для получения разрешения на временное проживание на территории России граждан Вьетнама трое обвиняемых подыскивали для заключения с ними фиктивного брака местных жителей за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. С граждан Вьетнама при этом за содействие они получали от 50 до 100 тысяч рублей. Один из обвиняемых, чтобы помочь 36-летней иностранке в организации ее незаконного пребывания на территории России, подыскал для заключения фиктивного брака 46-летнего ульяновца. Расписалась пара в июле 2018 года. Аферисту удалось достичь своей цели. Женщина получила разрешение на проживание сроком на 3 года. Преступная деятельность была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений Следственного комитета и Министерства внутренних дел России. В настоящее время расследование продолжается. Для многих желающих получить российское гражданство препятствием становится сдача экзаменов и получение сертификатов. Документы необходимы для получения патента на трудоустройство, временной регистрации и оформления российского гражданства в дальнейшем. Решить эту проблему иностранцам в Ульяновской области в 2023 году помогали местные жители. По предварительной информации, вступив в преступный сговор, шестеро жителей областного центра в арендуемых офисных помещениях организовали формальный прием экзаменов у иностранных граждан без фактической проверки владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации. Сотрудники полиции и Следственного комитета при поддержке Росгвардии провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате личности подозреваемых установлены. Возбуждено уголовное дело по организации незаконной миграции группы лиц по предварительному сговору. Следствие продолжается. Максимальное наказание за подобное преступление – до 7 лет лишения свободы. Часто оформляют мигранты и фиктивную регистрацию. Так, в конце октября 2023 года в Ульяновске на верхней террасе нашли помещение, оборудованное под хостел. Более 100 мигрантов были зарегистрированы и проживали в здании бывшей школы по улице Академика Павлова города Ульяновска, оборудованной под хостел. При этом многие зарегистрированы в хостеле были фиктивно и фактически там не проживали. Также иностранцы имели миграционные карты, уведомления об обстановке на миграционный учет, сертификаты о знании русского языка. Однако большая часть из них государственным языком не владели. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Мигранты приезжают каждый год на территорию России, чтобы жить и работать. Большинство из них – жители стран ближнего зарубежья. Трудоустройство в основном они оформляют по патентам. Каждый год Управление по вопросам миграции МВД России по Ульяновской области оформляет порядка 6 тысяч патентов для работы иностранным гражданам. Также иностранные граждане могут трудиться и по разрешениям на работу. Это та категория, которая прибывает к нам с дальнего зарубежья. Но такой категории сравнительно намного меньше, чем из ближнего зарубежья. И еще есть категория, которая осуществляет трудовую деятельность по трудовому договору. Это те граждане, которые в соответствии с Европейским экономическим союзом. Это Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Они просто заключают трудовой договор и в соответствии с трудовым договором осуществляют трудовую деятельность. Но есть и те, кто работает и находится на территории России нелегально. Ответственность за это в первую очередь несут работодатели. За нарушение миграционного законодательства предусмотрены большие штрафы именно по трудовой миграции. За неподачу уведомлений, за привлечение к трудовой деятельности без патента, без разрешения на работу.
Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства наказывается штрафом до 1 миллиона рублей по статье 18.15 КоАП РФ. Для выявления подобных случаев сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят профилактические мероприятия. На правонарушение толкает мигрантов, как правило, нежелание оформить необходимые документы и выполнить условия для получения гражданства Российской Федерации. Обратиться по вопросу гражданства может любой иностранный гражданин. Иностранный гражданин либо лицо без гражданства, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью, обращается в свое территориальное подразделение по месту жительства либо пребывания Ульяновской области, в которое соблюдает Конституцию Российской Федерации, который готов ее принести в соответствии со статьей 21 настоящего федерального закона и который соответствует следующим правилам. Постоянно проживает в Российской Федерации со дня принятия решения о выдаче вида на жительство более 5 лет, владеет русским языком, знает историю Российской Федерации, законодательство Российской Федерации. Подтверждает знания потенциального гражданина сертификат, который выдают, как правило, в учреждениях высшего образования. Кроме того, не должно быть оснований отклонения заявления о приеме в гражданство. После того, как вступил в силу новый федеральный закон номер 138 ФЗ о гражданстве Российской Федерации, оснований для отклонения стало больше. Некоторые иностранцы становятся россиянами в упрощенном порядке. Это граждане Украины, Белоруссии, граждане Республики Казахстан, Молдовы и категории лиц, которые определены указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года за номером 690. Это о приеме в гражданство иностранных граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы и членах их семей. Также в упрощенном порядке принимаются документы по госпрограмме переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Рассматривается заявление о приеме в гражданство не более 3 месяцев и до года, если документы приняты в общем порядке. Большинство желающих стать гражданами Российской Федерации все-таки выбирают легальный путь. Например, Бахтияр Салтанов побывал в Ульяновске еще во времена СССР, когда приехал в гости к брату. Брат здесь живет, я к нему приехал. Он после учебы отправил его сюда на автозавод, он машиностроитель закончил. И я служил в Самаре, он отсюда часто ко мне ездил, посещал меня. Потом мне интересно стало, что приехал к нему и тут остался. Так еще в 2000-е годы семья Салтановых решила переехать в Россию, когда на их родине, в Азербайджане, настали тяжелые времена. Вот когда 2000-е без работы было, с женой решили приехать сюда. Я тоже город знал. В 2002-м мы приехали сюда, а в 2003-м уже сын родился здесь. И так мы остались здесь, решили здесь уже строить свои дела, работы и остаться тут. В те годы справочных информационных порталов и онлайн-сервисов, помогающих быстро оформить документы, не было. Поэтому процесс получения гражданства длился намного дольше. Практически везде было необходимо личное присутствие, а из-за ошибок был риск, что придется начинать все заново. Когда меняешь город, меняешь родину или страну, там все с нуля надо делать. Это труд, это тяжело, там все не получается сразу. Это долго. Стать гражданином Российской Федерации у Бахтияра Салтанова получилось не с первого раза. Сделав 3-4 попытки, он наконец-то получил российский паспорт. Но это было лишь первым шагом, ведь нужно еще было помочь семье переехать на новую родину. Немножко время прошло, решили уже детям получать. На детей сдали документ. Они здесь родились, немножко упрощенно было. Только просили от жены согласия. Через нотариус она согласила, детям тоже дали гражданство. Потратив несколько лет и честно пройдя все этапы оформления документов, члены семьи Салтановых наконец-то стали россиянами. Сейчас у Бахтияра Салтанова двое взрослых сыновей. Старший ищет работу, младший учится, а он и супруга работают официально, проживая в собственной квартире в одной из ульяновских многоэтажек. Сначала гражданство, потом работу.
У нас проблем с этим нет. И другим тоже советую. По данным МВД Российской Федерации, за январь-июль 2023 года всего оформлено 9 401 371 паспорт гражданина Российской Федерации. За аналогичный период 2022 года 7 171 789. Оформление гражданства – процесс долгий и трудный. Тем не менее, пройти его должен от и до каждый желающий законно жить и работать на территории нашей страны. На этом у меня все. До новых встреч!